Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 10.1.1.12. Здесь у нас определение DR и BDR, то есть Designated Router и Backup Designated Router. Давайте начнем. С самого начала нам нужно посмотреть, какие из этих роутеров DR, какие BDR. Давайте, например, на RA откроем конфигурацию, Enable, команда Show IP OSPF Interface G00. Это у нас интерфейс G00, если навести, можно увидеть. Вот, G00. Ну, вы видели, да? Вот, G00, вводим и смотрим. У нас написано Destinated Router, DR, 192.168.31.33. 31.33 это у нас вот этот, то есть RC, у нас DR. Также вас тут спрашивают, какой роутер является. DR, вы отвечаете в PDF-файле, тут поле будет, отвечаете, что это у нас RC. А BDR у нас 31.22, то есть RB. Вот, RB у нас BDR, RC, DR. Надеюсь, понятно. Дальше, нам нужно будет отключить роутер. Сейчас, какой тут порядок? Сначала нам нужно будет прописать на RA и RB debug вот этот. Копируем. RA. Ой. Вставляю debug. Здесь нельзя импортировать, поэтому прописываем вручную. Debug. IP OSPF. Address. Все. Мы включили debug. И также на RB. Командная строка. Enable. Debug IP OSPF. Вводим. Все. И на RB тоже включили debug. Дальше нам нужно отключить RC от сети. Заходим в RC, командная строка. Enable. Configure Terminal. Interface G00. Shutdown. Выключаем этот интерфейс. Все. У нас RC пропал из сети. Ждем схождения. И вот, видим, у нас debug вывел вот эти вот сообщения. Debug нам говорит, что у нас теперь DR стал 31.22, то есть вот этот. А BDR стал 31.11, то есть вот этот. У нас поменялись роли. С RC сместилось на RB, с RB на RA. То есть вот в этой. Вот так вот все поменялось. Теперь обратно включаем RC. No shutdown. Включаем RC, ждем опять-таки схождения всего, и видим, у нас не вывелось ничего в дебаге. Давайте, если мы пропишем еще раз ту команду, так, не там ввожу, это на RA будет удобнее всего сделать. Видите, что у нас вот дебаг вывел уже. Дебаг нам говорит, что у нас DR 31.22, то есть RB, и BDR RA, то есть ничего не изменилось. Не изменилось ничего из-за того, что у нас мы отключили RC, у нас поменялись роли, потому что не было кому занять эту роль. Теперь у нас роли не поменялись, потому что все роли и так уже заняты, нечего переназначать. Вот, отвечайте на вопросы, здесь у вас есть вопросы. Так, снова включили вот мы. Теперь мы отключаем на RB. RB. Configure Terminal, Interface G00, Shutdown. Выключаем на RB, схождение ждем. На RA давайте посмотрим. 55, 8. Так, сейчас давайте пропишем Show, чтобы долго не ждать. Смотрим, что у нас здесь DR. 31.11 стал, а это у нас был BDR, а BDR стал RC, вот, 33. То есть опять поменялись роли. С RB перешел на RA, с RA на RC. Ну и если мы RB обратно включим, у нас ничего не изменится, потому что уже все назначено. No shutdown, ждем, ничего не меняется. Надеюсь, это все понятно. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно будет установить приоритетность. Для этого откроем RA
Configure Terminal, Interface, G00 и IPOSPF Priority. А на RA у нас это 200. То есть максимальный приоритет 200. Priority 200 поставили. И также поставить надо на RB и на RC. RB мы уже в конфиге, в этом интерфейсе. IPOSPF Priority. У нас RB вроде как 100. Да, RB 100. 100. И на RC 1 это по умолчанию. IPOSPF Priority 1. Все. Мы настроили Priority на всех устройствах. И теперь у нас поменялось, как мы видим, только что обновилось. Давайте смотреть, что у нас установилось. DR у нас 3111 с максимальной приоритетностью. BDR у нас 33. Вот, с минимальной. Надеюсь, все понятно. Я постарался объяснить как можно лучше. И важно также отвечать на вопросы в этом задании. Тут есть вопросы в PDF-файле и есть поля для их ответов. Отвечайте. На этом все. Пока.